городском округе на Юбилейном проспекте полным ходом идет реконструкция детского сада «Радуга». Зданию почти полвека. Старое снесли и на его месте построили новое, современное, которое будет соответствовать всем нормам и требованиям. Ход строительных работ оценила специальная комиссия во главе с первым заместителем главы «Химок» Кристиной Мадатовой. Сейчас на данном этапе ведутся строительные работы по устройству оконных проемов заполнения, устройству кровли, штукатурка стен, устройство инженерных систем. Новый детский сад будет рассчитан на 320 мест для дошколят в возрасте от 1,5 до 7 лет. Согласно проекту, здесь разместят 13 групп. Новое дошкольное учреждение позволит значительно снизить социальную нагрузку на уже существующие сады в этом микрорайоне. Все работы планируют завершить к сентябрю этого года. К нам обращается огромное количество тех, которые уже посещают детские сады, и все хотят перевестись уже в новый детский сад. Мы объясняем родителям, что давайте дождемся все-таки окончания строительства, но всех желающих мы обязательно возьмем, никто не будет обделен. А это уже деревня Юрлова. Здесь строительство нового детского сада уже на финишной прямой. Работы начались 1,5 года назад. Сейчас идет облицовка фасада, покраска стен, внутренняя отделка помещений. На объекте трудится порядка 50 человек. Внутренняя часть у нас полностью обеспечивается мебелью. Это спальни, это кухни, это столы, стулья. Это самое технологическое оборудование, которое у нас в пищеблоке, оно обеспечивает полный цикл приготовления еды, раздачи и, скажем так, полную реализацию. Детский сад планируют открыть в сентябре. Свои двери новое учреждение откроет для 350 дошколят. Юлиана Мазырина, Дмитрий Почаров, новости Химки ТВ.